Приставы сегодняшнего дня начали массовые обходы должников по зарплате и алиментам. Первый общероссийский рейд пройдет в рамках акции «В Новый год без долгов». По Якутску насчитывается более 2000 злостных неплательщиков по алиментам, которые задолжали порядка 200 миллионов рублей. Специалисты не только активизируют работу по розыску должников, но и проверяют бухгалтерию организации и имущества. Аналогичные рейды будут проводиться по стране весь декабрь. Кроме этого, ведомству разрешено самостоятельно задерживать и доставлять для составления протокола должников по алиментам. Сегодня планируется посетить более 200 должников по алиментным обязательствам. Это по всей территории города Якутска, начиная с поселка Табага, заканчивая поселком Житай. Судебные приставы и исполнители ориентированы на наложение актов описи и ареста имущества должников, а также привлечение должников к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35 прим. 1 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают административный арест сроком до 15 суток.